Ага. Всем привет, друзья! С вами Виктор, это канал Витёк Плей, и сегодня мы увидим продолжение эпичных сражений в Агарил, то бишь Чашки Петри, petridish.pw. Это вторая часть выпуска, если вы не видели первую, то, пожалуйста, зайдите в плейлист, ссылка в описании, нажмите на него, и вы увидите предыдущий выпуск, и заодно этот тоже. Ну, а мы... Поехали. Начнем с того, что посмотрим, что было в прошлой серии. Жох, тебе дох, да! Ребят, бомбани его, зеленый. Давай. Есть! Я устал долбиться. Муренка, давай, муреночка. Опа, муренка, молодец, вообще нашелся человек. Кто помнит, куда лететь? Координаты. Люди, координаты где? Куда не придешь, везде наши. Приятно, черт побери. Ух, елки-палки. Какая-то срань летает огромная. Так, 24 нам надо. Прям по контуру лечу. Ой-ой-ой, что произошло? Какого хрен? Почему я такой большой стал? Как? Каким образом? Что за мистика? Кто не знает, ребят, как я стал большим? Летел, хренак тысяча. Вау! Ага, музыка, смотри, музыка меня сожрала в прошлый раз случайно. Бимби с нами, ребят. Бимби. О, СБ. Черт, побери, давай, Бимби, жри его. Давай, Витя, рожай, защищай, чтобы этот не кормил второй. Давай, есть. Блин, прям... Можно выдохнуть. Я с такой скоростью на кнопку W помощи никогда не долбил. Это ты какой, ты смотри, а? Давай, Бимби. Ха-ха-ха-ха! Ты чё делаешь? Ты чё творишь? Да не надо это делать! Ты, Бимби, ты что, не умеешь играть в эту игру? Кому я скормил все свое счастье, все удовольствие свое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зачем? Надо его спасать! Да меня-то чё? Я-то тут маленький. Ой-ой-ой, сейчас зажмут. Ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой. Бежим. О, с нами даже лох играет, прикиньте, в одной команде. Ой-ой-ой, что происходит? Бэмби, дай сожру, еще рожайся в меня. Ой, жрись в меня жритесь, ребята. В большого меня жрите. Гитлер тоже отожрался мной. Так, хорошо. Так, и где это мы находимся вообще? Погодите, тут сплошные наши. Ищу друга, плиз. О, бабас нашелся. Блин, бабас. Бабас. Так, Гитлера, бабаса корми, всех корми. Ох, отлично. Пипец, тут какие-то батьки летают огроменные. Муренка, дай жопу съем. Дай жопу откушу. Эц, отлично. Нормально мы так и сплотились тут вокруг. Плюсиком летим в атаку. Так, кого? Надо кого-то выпускать наперед. Небольшого муренку надо, наверное, отпустить. Его... Ой, бабас. Что произошло? Жрите его. Сейчас кто-нибудь вырастет и другого сожрет. Так, все, давайте. Отъедайте бабаса и идите в атаку. Я буду сзади вас поддерживать. И если что, поделюсь у вас, и вы кого-нибудь сожрете большой. Вон там справа, снизу, смотрите, красный огромный. Давайте на него.
Так, только нам бы Муренку вперед выпустить. Как нам это сделать? Ой-ой-ой, он делится. Надо поделиться. Оба! Нет! Рано! Так, сейчас мы Гитлера накормим, он как поделится там. Да что ж такое-то? Ну это нереально. Ну как так-то, а? Почему тот вырос как-то огромным куском и просто сожрал все? Нечестно было. Все, я сжираюсь Гитлера. Витя, прочитай чат. Запарил игнорить админа. Я не знаю, кто там админ у тебя в чате. В смысле, у меня в чате. Мы сейчас Гитлера качаем. А, администратор чашки сидит у меня тут в чате. Ёлки-палки. Я только сейчас понял. Хорошо. Молодец. Рад тебя видеть. Что делать-то? Так, Муреночка, Муреночка, пропусти. Сейчас мы будем операцию зеленка делать. Нам нужно Да не в меня пуляй. Да что ты в меня-то пуляешь, Думсдей? Вниз надо пулять. О, господи, не ту кнопку нажал. Думсдей, ну ты вообще лось, а? Ну вот как ты вообще? Хоть Муренку накормили. Я собирался операцию сделать. Зеленый штиль. Куда она полетела? Так. Я в наступление иду зелеными катушками. Зелеными катушками в наступление, ребята. Давайте, мочите вот этого. Вот этого мочите. Господи, боже мой, да что происходит-то? Никому ничего не надо. Никому ничего не надо. Только мне что-то надо. Эх. Как до них донести, как надо играть? Ну нет рядом зеленых. Приведи зеленые издалека. Но это же правильно, правильно. Опа. А, я понял, что происходит. Мне дают 1000 веса просто так. Ух, ёлки-палки, там Поклонская переросток. Валим отсюда, валим, ребята. Поклонская, походу, дело сожрала покемона какого-то местного. Было смешно. Витёк, здорово. Нет, конечно, приятно, когда ты начинаешь с 1000 сразу. Так, я забыл, куда лететь. Где наши-то были? Куда-то 4... А, 20 тысяч, 4 тысячи. Все, я вспомнил. Валим, 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 ребята, валим отсюда быстренько. Доги, 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 свалил нафиг. Ты что творишь, доги? Отожрал меня, гад. Создай группу в TeamSpeak. Сделай так, чтобы говорил только ты. И играйте нормально. Ну, вариант хороший, кстати, да. Так, если нужно скинов или еще что завести, добавлю. Вижу, что на личном скине нет. Так, личного нет скина, да. Муренка, привет! Смотри, там этот поделился. Иди, жри его. Слышь меня, Муренка, иди, жри. Иди, кушай его. Сейчас я его как зеленкой. На! Ты куда? Что это он сделал-то? Смотри, защитный рефлекс, да, у него? Ага, вот так вот тебе. Так, Муренка, сейчас я тебя... Подожди, пробью дырку. Пробью дырку, погоди. Пробил дырку, Муренка, делись. Или там что, я не знаю, что хочешь, делай. Взрывай там всех. Вот как надо делать, ребята. Вот я сейчас на примере вот этого стрима показываю вам, как нужно поддерживать, а не просто вокруг летать. Нужно зелеными атаковать врагов, нужно зелеными, ну, зеленые взрывать, если видишь, что она мешает. Вот как надо делать. Так, 7000 направо, мне далеко направо. Залира опять, смотрите, в чате. Ой, в смысле, на экране. Опа, меня Залира сожрала. Опа, тихо. Да что ж вы делаете? Тут наши растут, как на дрожжах. Гитлер, он там переросток уже. Где это было-то? Во-во, я где-то рядом.
Ребята, я разведчик, сверху классно. Сверху классно. Кто тут, Гитлер, что ли, летает? Гитлер, там сверху классно. Наверх иди. Там сверху много очень небольших. Наверх, 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 поворачивай наверх. Бабас. Бабзос. Валим, 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 валим отсюда. Ты ж Гитлер, да? Поставил мужика из Discovery. Я не знаю, что за мужик из Discovery. Гитлер, наверх пошли. А вон справа, смотри, еще движуха. А, ты вниз за кем-то гнался? Не, это бесполезняк. Во-во-во, справа, вправо делись, делись, давай, вправо, давай, давай, мочи его. Ну же, делись. Ну что ты там, 3000 плюс 3000, там вообще можно ужраться. Че он такой пассивный, я не понял. У нас пассивный Гитлер, ребят, за нас играет. Не хочет? Почему он не хочет делиться? Сейчас лидер в меня поделится и убьет, убьет меня. Странно. Почему? Почему он не поделился? Кто знает? Подскажите мне, может там с другой стороны, я не знаю, что-нибудь гигантское летает, и он боится, что его сожрут. Так, привет, Витек, я здесь новенький с твоим каналом на Ютубе, знаком еще с прохождением Out There. Ты очень хороший, мне тебя друг посоветовал. И спасибо и тебе, и другу. А, мужик, который донат озвучивает. У меня рандом. У меня рандом. У меня то тетка, то мужик озвучивает. Так, что здесь происходит, ребята? Бомбите вон ту. Вон ту штуку бомбите. Да, нет, 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 нет. Гитлер, Гитлер, уходи наверх. Наверх. Господи, я не ту кнопку жму. Что происходит? И смотри, как они его защищают, а? Как они его защищают. Бам, бам, бам. Я тоже его буду защищать. Тихо, 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 тихо. Цыпа, цыпа, цыпа. Делись вниз, Гитлер, делись вниз. О, Кирилла, вали, вали Кирилла. Все, отлично, Кириллочку сожрали. Молодцы. Ой-ой-ой-ой, как шулечка, извини. Я случайно вырос и... 21 тысяча у Гитлера. Так, наверх, я говорил, наверх надо идти. Я пойду наверх, загляну, посмотрю, что там происходит. Опять Залира летает мимо меня. Any Americans, only Russians. Yes, так. Так. Взорвать хочет, ты смотри. Нет, не хочет взорвать. Вот там наши там загоняют друг друга. Эх, какой-нибудь способ бы был бы, чтобы вот эти зеленые взрывать, не страдая самому. Я с удовольствием их взрывал. А, здесь тупик, мы сверху. Мы до упора вверх, ребят. Так, нужны разведчики, ребят. Говорите, где есть... А, вот справа, направо, пошли направо все. О, направо. А, это свои же. Dragon Ross что-то своих жрет зачем-то. Так, там кто-то есть. Миша какой-то. 4000 вес. Ой, корм Вити пришел, в меня сожрался. Так, 4000 вес. Нападаем на него. Dragon Ross. Давай, в атаку. А, он свой, что ли? Я не понял. Что он делает? Что он делает? Это же кислота. Или он как бы откупается от нас? Рвите, рвите зеленку, мы идем широким фронтом. Давай, Димчик, ну наступи на нее. Наступи. Да не на ту, а на эту. На эту тоже надо наступить. Есть! Ура! Ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Поделился там, что-то сожрал. Нет, не сожрал. Поделился и умер. Ребята, ребята, зеленка мешает очень сильно. Ой-ой-ой, боюсь, не пройду. Ой, боюсь, не пройду. Ой, боюсь, не пройду. Не прошел.
Так, давай, драгон, жрись, драгон, давай. Оп, ну что ты? А что ты не убил ты его? Ну уже. Надо такая, мясо какое-то вообще сумасшедшее. Так, мне нужно нажраться, чтобы сожрать вот этот кусок драгонороса. Кто-нибудь, поделитесь в меня, мне надо драгонороса сожрать вот этот кусок. На 2600. Или сожраться в него самому. Так, сколько у зверя? Чадов, давай, поднакопи. Выпекирито. Давай, еще чуть-чуть, и мы сожрем зверя. Давайте, я сжираю вот эту маленькую запчасть. И зверя сжираем. Давай, лови его. Все. Ух, загнали зверя. Так, это тупик, ребят. Мы тут направо в самый конец пришли. А, Гитлер там так летает куском огромным, да? Ну да, ему через W. Там какое-то красное солнце огромное. Да, Гитлер, выходи на первый план. Кирито, ты что творишь? Сейчас тебя сожрут. Кирито. Сожрись в Гитлера сожрись. У тебя один ход. Сажаться в Гитлера. Нет. Можно еще вот так пройти, да? Вокруг. Такой огромный блин, вокруг него два больших блина летают. А вокруг них еще миллиард маленьких. Так, сделай ХС, потом новый плейлист битвы с подписчиками, делай на определенных условиях количество карт по редкости. Господи боже мой, какие у тебя классные идеи, а? Ты представляешь, сколько на это все нужно времени? Вообще, я сегодня ХС не планировал, так что... Мама, уйди! Так, почему-то тот, кто с нами воевал, куда-то отпочковался, Драгон Рос. Куда ты? Куда ты улетел? Ёлки-палки, сколько здесь зеленки? Давай. Так. Вообще, красопендр, сожрал кусок, разделись пополам в меня. Это правильно. А вообще, знаете, что мне надо сделать? Так, на тебе половину. Иван Елен. Еще на половину. Мне нужно срочненько долететь с другой стороны, найти там зеленочку и подорвать красного. Давай. Опа! Поглощен. ВП Кинг какой-то. Ты смотри, гигант просто. Серго-баго. Серго-баго, жри его! Жри Серго-баго! Все, убит. Ой-ой-ой, шедоу. Так, ну если разделится, меня не съест. Опа! Ты смотри, туда надо ломиться. Куку оптом. Видите? Классный ник. Куку оптом. Сейчас взорвется. Не понял. Он поглотил зеленую фигню. Он маг. Пытался тебя найти. Нашел, а ты меня съел. Куку оптом. Куку оптом меня сожрать хочет, ребят. Кормите. Опа, теперь я его жру оптом. Еще раз жру оптом, снова жру оптом. Оп, сожрал оптом. Гитлера вольнули. Вольнули Гитлера, ребята, спасайте Гитлера. Что там происходит? Или он поделился, сожрал кого-то? Ёлки-палки, я опять рванулся. Так, нам надо с Гитлером пережать друг друга вообще по полной программе, иначе мы тут... Вернись, я все прощу, усатый. Давай, я тебя поем, ты меня поешь, ну, будь всем приятно. Ну, куда ты бежишь от меня, а? Ну уже, ну не надо. Вообще что-то как-то не очень, не тимплейный играет Гитлер, давай. Подумай о команде. Вот подумай, как для команды сейчас лучше было бы. Вот, видишь, уже лучше. И тебе не надо тащить огромный кусок.
за собой. Елен засранец съел меня прямо возле тебя. Понятно. Хоп-хоп-хоп, сейчас мы его... Так. Главное, чтобы он меня не съел. Вот, и здесь я тебе помогу. Отлично. Оп. Ну вот, видишь, уже приятней. Так, куда мы летим-то с тобой? Давайте налево. В сторону центра. Блин, там какие-то нонеймы. Танька в танке. Боюсь. Боюсь зеленку. Очень боюсь зеленку. Сейчас сам Гитлера съешь. Да ладно, как я его съем, он больше меня. Лысый ежик еще появился какой-то. Я ради него сабскрайбнулся. Ради кого? О, ребята, молодцы, молодцы, ребята, взрывают зеленку. Во, два больших пятна, пошли на охоту. А, так. Вы где, говорит, я тоже буду. Давай, давай, пробивай. Лектор, пробивай. Ну, ребят, ну пробейте дырку-то. Сейчас кто-нибудь взорвет меня тут. W, друг. А что это за мем такой? W равно друг. Ну, не знаю, 1000 это не так уж и много, чтобы делиться в него, если честно. А вот там что-то интересное. Ребята, взорвите. Взорвите зеленочку, взорвите. Сейчас меня бомбанут. Ну же, ну же, ну же, взорвите зеленочку. Зеленочку взрывай. Твою ж налево. Они ее охраняют, эту зеленку, чтобы никто к ней не подошел. Блин, мы слишком медленные. Ну да, на таких весах игра приобретает более стратегический какой-то уже оттенок. Уже не экшен какой-то, а стратегия, как бы кого загнать. Ты смотри, мой клон есть, Витек Плей. Так, нельзя. У, там кто-то большой. Так, лечу. Там кто-то еще больше. Ой-о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 й. Там какое-то днище гигантское. Ребят, зеленку гоните на него. Гоните на днище это, зеленку. Еще, еще, Кирита, давай зеленочку туда. Кирита, зеленочку запусти. W в зеленочку делись. Ну уже, ну уже, ну уже, уходит же. Ну что ж такое-то, неужели так сложно? Давайте, ребята, ребята. Ну как так, а? У нас был шанс. В принципе, у нас сейчас есть шанс отожрать его. Нужно сделать очень просто. Нужно, чтобы Гитлер в меня поделился, или я должен поделиться в Гитлера, то что он-то не догадается. Вот, я делюсь в Гитлера, и он сжирает половинку. Но чтобы это сделать, мне нужно, чтобы Гитлер был рядом со мной. А этот чувак понимает, что я хочу сделать, и не дает это сделать. Понимаете? Гитлер, делись. Вот сейчас бы Гитлер поделился у меня. И было бы все хорошо. Ну что, проверяем. Ну куда ты от меня-то убегаешь, Гитлер? Да что ж ты делаешь-то, а? Он не понимает, видимо, что происходит. Да, напарника, конечно, я взял. Так, и... Все. Гитлер поглотил всех. Он, наверное, даже не понял, что произошло. Он, наверное, даже не понял, что произошло. Игра закончена. Открыть статистику. Ладно, ребят, я думаю, на сегодня пока хватит нам Петридиша.
Все было очень даже классно. Топ лосс 28 тысяч гитвер потерял. Ух, ож, понебочи мой. Ну, сегодня я отыграл чисто, знаете, на поддержку, получается. Надеюсь, пример такой игры вам подскажет. Вот вы посмотрите, в следующий раз придете и скажете: а, теперь понятно, как надо играть в эту игру, как надо делиться, как надо взаимодействовать, как надо взбивать зеленые, как надо атаковать зелеными, как надо делиться, чтобы кто-то вырос, чтобы сожрал другого и так далее и тому подобное. Ну, надеюсь, вам теперь стало все понятно. Самые азы поделился с вами. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки. Подписывайтесь, конечно же, читайте описание, там есть ссылочка на плейлист. Ну и, как всегда, жмите кнопку поделиться, долбите ее безбожно, убивайте просто каждый раз, когда видите. Всем до встречи в следующий раз.